Друзья, это красивая природа, свободный дух. Ждем вас у нас дома. Тбилиси – столица Грузии. Один из самых древних городов мира. Ему более 1500 лет. Даже если вы успели объехать полмира, он найдет, чем вас удивить. Старинные жилые кварталы, церкви и крепости, река Кура. Старец Тбилиси по сей день сохранил уникальные традиции и свободный дух. Увидеть столицу Грузии во всей красе можно со смотровой площадки возле древней крепости Нарикала, сердце Тбилиси. Подняться сюда можно по канатной дороге. За 2 минуты вы совершите полет над старым городом. В Тбилиси есть район, привлекающий сотни туристов, квартал уникальных бань. Они построены в 12-14 веках прямо на теплых источниках, богатых сероводородом. В каждой бане есть бассейн с лечебной водой. Плавать в такой рекомендуется не больше 10 минут. Эта баня уникальная. Приезжайте к нам в Тбилиси купаться в наших банях. Температура воды 38-39 градусов. Идеально подходит для вашего здоровья и для вашей кожи, и для ваших волос. В Тбилиси вам нужно обязательно посетить один из ресторанов национальной кухни. Грузинская еда – это такая же достопримечательность, как горы, Черное море или сотни церквей. Как сказал Пушкин, каждое грузинское блюдо – это поэма. Вы не уедете из Грузии, не попробовав шашлык, хачапури и, конечно, известные на весь мир хинкали. Научиться их лепить – целое искусство. Чем больше складочек на каждом хинкале, тем выше мастерство повара. Грузины живут только для этого, чтобы ели. Ну, в первую очередь. Кто любит есть, пусть приезжает в Грузию. Тбилиси сегодня не только старый город с его особенной архитектурой. Столица Грузии – это современные проспекты, улицы с модными барами и ресторанами, театрами, музеями и отелями класса люкс. Отель «Радисон Блу Иверия» Тбилиси расположен в самом центре нашей прекрасной столицы и отлично подходит для деловых визитов и отпуска. В гостинице 249 комнат разных категорий. Оттуда просто прекрасные виды на наши городские пейзажи. Кроме того, каждый гость отеля может насладиться изысканными блюдами в азиатском ресторане «Умами» или расслабиться в модном баре. Компания «Аэрофлот» дает возможность увидеть самые красивые места планеты. Прилетев в Тбилиси, вы можете не только познакомиться с городом, но и посетить ближайшие регионы Грузии. Например, отправиться в Кахетию, родину мирового виноделия. Считается, что вино здесь делали еще 8 тысяч лет назад. Вино дано нам от Бога, а главное, что вино надо готовить с любовью. Если вино не готовится с любовью, вино хорошее не выйдет. Потому грузины, когда вино готовят, к нему обращаются как к женщине, как, ну, вообще... любимому человеку. Кахетинские вина известны во всем мире. Здесь производят около 70 различных марок. Среди них известные многим ценителям Кинзмараули, Сапирави и Цинандали. Продегустировать вина Кахетии вы можете в местных винзаводах или поместьях, напоминающих средневековые замки. Удивительно, но здесь же, если вам повезет, вы увидите танцы самого известного в мире грузинского ансамбля имени Сухишвили. Танец балета как вихрь, буря, полет на сцене, мощнейшая энергетика, разбивающая ваши чувства на миллионы осколков настроения. В каждом танце мы представляем маленький регион нашей страны, начиная с Черноморского побережья, заканчивая кавказскими снежными вершинами. Грузия – гордая страна жаркого солнца и ледяных горных вершин, горячих танцев, пронзительных песен и гостеприимных людей, любящих свою страну всем сердцем. Грузия – это моя родина, это моя мама и папа, это самая красивая страна в мире. Грузия для меня – священное место, где я научился ходить и любить. Нас так мало, и мы делаем так много. Грузия для меня – любовь.